Вблизи от водоема, в месте, где отдыхают десятки семей с детьми, практически на самом пляже в Мариуполе произошла масштабная авария. В ДТП попали сразу три автомобиля – Mitsubishi, такси Deu и Hyundai. На дороге, где произошло ДТП, всего две полосы, и машины на этом отрезке ездят не быстро, ведь местные водители знают, что совсем рядом пляж, и здесь гуляют дети. Но это, очевидно, не остановило водителя Mitsubishi. Именно шофер этой машины, по предварительной версии инспекторов ГАИ, виновен в ДТП. Напротив кафе «Фрау Анна». Водитель Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную, превысил скорость, выехал на встречную полосу, это предварительно. Столкнулся со встречным автомобилем Deo Sense. Несмотря на столкновение с такси, водитель Mitsubishi даже не попытался затормозить, поехал дальше. Свидетели говорят, что все случилось примерно так. Mitsubishi выскакивает на встречную полосу, водитель Deo пытается уйти от удара, но Mitsubishi все равно цепляет такси, после чего возвращается в свою полосу и таранит припаркованный на обочине Hyundai. В такси никто не пострадал, в Hyundai людей не было. Как ни странно, но и двое мужчин из Mitsubishi тоже остались невредимы. Глядя на остатки машины, в это верится с трудом. Mitsubishi сработали подушки безопасности, это безусловно сыграло свою роль. По словам отдыхающих, водитель и его пассажир самостоятельно выбрались из разбитой машины. Ну, я подошел, да, видел, он сидел еще в машине, а второй с пакетом вышел. Люди кричали, надо вытащить, бо загорится сейчас, сгорит живьем. Ну, его никто не вытягивал, он сам вышел, забрал что-то, и они вот так по дорожке вдвоем и ушли. Как только мужчины вышли из автомобиля, люди заподозрили неладное. Водитель еле стоял на ногах, и очевидцы утверждали, что авария здесь ни при чем. Водитель и его пассажир, со слов свидетелей, были в стельку пьяны. Остановить виновника аварии никто не решился. А бухие. Готовы? Ну да, ну видно было, что не в адеквате. Они пошли молча, ну шатаясь. И ушли в сторону песчанки. Я подошел водителю, сказал такси, я говорю, смотри, они уходят. Он говорит, а я не боюсь, я трезвый. Вскоре на место ДТП пришли знакомые водителя Mitsubishi. Мужчину они не защищали. Рассказали милиционерам, где живет предполагаемый виновник массовой аварии. Вряд ли после такого ДТП этот Mitsubishi еще будет ездить. Даже если так, то ремонт влетит в копейку. Также непонятно, разрешат ли водителю в ближайшее время садиться за руль. Все-таки две разбитые машины и алкоголь – серьезный повод для судьи. Но прежде водителя Mitsubishi нужно найти, а его вину – наказать. Больше видео с места ДТП в Мариуполе вы найдете на официальном канале Magnolia TV в YouTube.